Добрый день! Сегодня очень интересный день. 22 ноября 2019 года. Праздник Зервана Акарана. Это величайший праздник у древнеиранских зороастрийцев. Закономерен вопрос, а кто такой Зерван Акаран? Зерванизм – это самое сакральное учение зороастризма, которое утверждает о том, что есть некая сущность, океан времени или бог времени, Зерван, который соединяет в себе три составляющих – будущее, настоящее и прошлое, который является создателем Ахуры Мазды. Это главный бог в пантеоне зороастризма. Хотя слово пантеон богов некорректно для зороастризма, поскольку это древнейшая монотеистическая религия. Считается, что зороастризм возможно старше Торы, то есть религии Авраама. Зервана Каран – сущность, которая была всегда, существовала всегда, является в моем представлении своеобразной матрицей, океаном-плазмоидом, очень хорошо описанным в романе Станислава Лема «Солярис». Очень похоже на правду, что идею транслировали Станиславу Лему при написании этой книги именно сверху с этого океана времени. Очень она убедительен этот образ океана Соляриса. Мы с вами уже говорили на предыдущей лекции о том, что в концепции зороастризма Зерван создает антропоморфного Ахура Мазду, антропоморфного, то есть человекоподобного, который проходит все этапы становления от младенца до зрелого мужчины. Естественно, это не биологическое существо, это плазменно-энергетическое существо. Затем уже Ахура Мазда, в свою очередь, создает Ахримана, своего антипода, антибога. Ну, в нашей концепции православной, христианской, это сатана, дьявол. Для чего он его создает? Для того, чтобы заработал закон единства и борьбы противоположностей. А теперь будем разбираться с некоторыми вещами, которые в исламе считаются ширком. Ширком, то есть кощунством, безбожием. Дело в том, что в Коране сказано, и в Коране, в Священном Писании, в котором идея Бога доведена до совершенства, можно это не оспаривать, это совершенно так. Действительно, Коран по сравнению с другими священными писаниями – это кульминация религиозного сознания, кульминация тариката, это мысль, религиозная мысль о Боге, доведенная до совершенства. Там сказано четко, что Аллах, творец всего сущего, творец всего, всех миров, господин всех миров, естественно, его никто не создавал. То есть признание того, что Аллаха кто-то создал, является тяжким грехом в исламе. Поэтому туда, за этот порог, никто не заглядывает. Но мы с вами прекрасно понимаем, что Создатель создает разные уровни познания Бога, то есть самого себя, для человека. Стоят определенные ограничители, то есть есть вещи, за которые
человеку до некоторых пор не позволено заглянуть в бездну, как говорил Ницше. Не смотри в эту бездну, иначе эта бездна посмотрит тебя. Вот это, наверное, как раз про этот случай. А что, если зерван, зерванизм, учение о времени, об океане времени, о боге времени, является следующим этапом познания Бога после Корана? Почему у меня возникает такая мысль? Ну, во-первых, я уже вам говорил на предыдущей лекции, что у меня очень сильно развита эмпирика. То есть я эмпирически ощущаю некоторые вещи, которые невозможно ощутить в повседневной жизни. Вот, у меня был такой образ видения. 14 лет в городе Караганде. Значит, когда я говорю видение, то это не галлюцинация, это не сновидение. Это просто мальчик закрывает глаза и вдруг видит очень интересный образ. Что я увидел? Я закрыл глаза, лежа на своей кровати детской в Караганде, и увидел, как я лечу в черном пространстве. Ну, вернее говоря, я себя не видел, я видел глазами. То есть глаза, мои глаза, и я в черной бездне, навстречу мне летят сверкающие пылинки. Как это бывает, пылинки на солнце сверкают. Так вот здесь звезды в виде пылинок, они шли мне навстречу. Они мне летели навстречу. Я достаточно быстро перемещался, то есть все это, эти пылинки, они растворялись сзади меня, впереди. И вдруг все эти пылинки закончились. То есть началось черное пространство. Я почувствовал какое-то уныние такое. То есть мне стало не по себе от этого, от этой полной абсолютной пустоты. Черной пустоты. Но я чувствую, что я продолжаю двигаться дальше. То есть глазами я ощущаю, что движение есть. И вдруг эта черная пустота заканчивается и начинается белое-белое пространство цвета молока. То есть реально я купался как бы в молоке. То есть я оказался в ослепительно белой жидкости. Ну, это не жидкость, это плазма была, но я ощущал ее вязкость. Я бултыхался и мысленно пытался найти края вот этого резервуара с молоком, образно говоря. И понимал, что мысленно забрасывая свои глаза за пределы этого пространства белого, я видел и ощущал, и с ужасом понимал, что конца и края этому нет. Каково же было мое удивление, когда, уже будучи зрелым человеком, я узнал о том, что в индуизме молоко – это главная субстанция, из которой был создан этот мир. Недаром, почему у них корова является божественным существом, который продуцирует вот это, именно это молоко. Этот образ тоже ассоциативно у меня сразу связался, я как-то очень удивился, как интересно транслируется мысль в мой мозг. Теперь смотрим дальше. У Бога существует несколько уровней общения с человеком. Значит, первый уровень, первичный, это язык цифр. Второй – это язык образов. И третий язык, с помощью которого Бог общается с человеком, это вербальный язык, это молитвы, это священное писание, написанные и закрепленные вербальные формы. И когда я стал дальше вникать в эту суть проблемы, то получается, что у Бога имеет обозначение все предметы, цифровое обозначение. Ну, собственно говоря, теперь, когда я в цифровых технологиях, я музыкант,
Я прекрасно понимаю, как работает цифровая технология в музыке. То есть весь нотный стан, он полностью имеет математическое выражение. И теперь, чем активно пользуются все аранжировщики всего мира, то есть мы фактически переводим нотный стан, всю музыку в цифровое обозначение. Они имеют в наших компьютерах, секвенсорах, музыкальных приспособлениях, имеют именно математическую форму. Вот. Поэтому Zerwan имеет цифру 0. То есть обозначается в космическом коде цифрой 0. Поэтому недаром Zero от слова Zerwan. Zero это 0. Ну или это змея, кусающая себя за хвост. Это сфера, окружность, замкнутый круг. Вот. Это, собственно говоря, 0, с чего начинается исходный код, с чего начинается вся Вселенная, весь мир. Далее идет у нас Бог. Ну, у них это Ахура Мазда, у древних иранцев. А Аллах имеет цифру 1. Если вы внимательно посмотрите слово Аллах по-арабски, арабской вязью написанное, там четко присутствует единица. Вот, и мусульмане очень почитают цифру 11. То есть этого удвоения, это число код Аллаха. Вообще Коран это выдающееся математическое произведение. Там есть четкие посылы на то, что Бог общается с человеком при помощи цифр. Например, в Коране подсчитано 88 раз. И чувствуете удвоение, это двойная спираль. ДНК то же самое. 88 раз упоминается слово шайтан и слово ангел. По 88 раз. Ну, не случайно, конечно. Далее, у нас существует 99 имен Аллаха. 99, прекрасно понимаете, да? И есть число Саак, 999, это число страшного суда. Вот, это перевернутые три шестерки. Ну, если мы с вами вспомним апокалипсис Иоанна Богослова, то там у нас присутствует три шестерки, число зверя, но тоже не случайно. То есть получается, что Махди, который имеет обозначение в исламе цифрой САК 999, является самым главным оппонентом для шайтана. 666. Далее, значит, у нас получается. Ну, соответственно, все коды, значит, которые идут дальше, у нас присутствует четверка. Четверка это, как ее называл еще и Нострадамус, это число Гермеса или Юпитерианца. То есть новый пророк, новый мессия, который придет в недалеком будущем, он имеет обозначение 4, четверка. Ну и, соответственно, там у него восьмерка, это тоже удвоенная четверка. То есть там есть четкие коды исходные. То есть, иначе говоря, получается, что вся цифровая матрица, которая оперирует Бог, она на сегодня находит отражение в нашем грубом материальном мире. Мы фактически пользуемся тем, чем пользуется Бог в своей повседневной жизни. Все эти цифровые технологии, они являются по сути маленькой копией того, что есть в другом, так называемом горнем мире или в мире тонкой материи. Так вот, если мы с вами будем говорить о том, является ли Аллах детем Zerwan, то, конечно, нас могут с вами побить мусульмане за такую кощунственную мысль, которая называется астагафирулла. Кощунство по-арабски переводится. Или называется ширк, то есть безбожие. Но, повторяю, возможно, это уже совершенно другой уровень познания. То есть Zerwan, позабытое учение, о чем говорил, кстати, Нострадамус, что
Иванга, что вернется давно-давно позабытое древнейшее учение. Вот как бы это ни зерванизм был, сакральный раздел зороастризма. Потому что если все-таки зерван, вот эта сущность, молоко, которое было у меня в видении в детстве или в отрочестве, оно создает антропоморфного Аллаха, то это совершенно не противоречит Корану, поскольку Аллах действительно создает весь мир, он уже является творцом осознанным, в том числе и человека по образу и подобию своему, что описано во всех священных писаниях. Но не может зерван создать человека по образу и подобию своему, поскольку он океан, он является аморфным, он является бесформенным. Понимаете? А у нас в Коране везде четко где-то проходит, что Бог имеет руки, ноги, там есть сравнения определенные, почему такой идет, такая дискуссия ожесточенная идет с ваххабитами, которые как раз таки упирали на то, что сравнивали там локоть Бога, Аллаха, имеет такой-то, такой-то параметр, нога, ступня, там такой-то, такой-то. Но это не случайно. Бог дает намеки на то, что Аллах является антропоморфным существом. Вот. И в школе он создает человека по образу своему, по образу и подобию своему, то Аллах является главным носителем всей вот этой матрицы, создания всего мира, но при этом он сам является детем времени. Он дитя во времени, child of time. Реально, потому что Зерван создал его и как бы смоделировал ситуацию, будущую ситуацию рождения человека в утробе матери. Человек, который проходит все этапы взросления, совершенствует себя. И это был главный замысел Творца Бога. Человек должен преодолеть свою животную сущность и подняться до уровня Бога. Вот это очень сложная задача, потому что если говорить о нашей биологии, то Творец не очень заморачивался по поводу нашего организма. По сути дела, мы очень близки к свинье, даже наши органы донорские, кожа очень похожа на это существо, которое страшно не любят в исламе, хотя ничем свинка не провинилась, очень интересное животное, умное. Я имел общение в детстве со свиньями, в 3 годика катался на них, как подлинный ковбой, вот, очень любил свиней. Они нежные и в то же время независимые, сбрасывали меня, значит, получал я удары, синяки, кровопотеки от падения со свиньи, но все мои родители очень сильно боялись, когда в деревне, в Подмосковье, я катался на борове Боре весом 80 килограмм, и Боря ни разу меня не обидел, хотя он своими зубами мог перекусить мне ногу легко. Вот, и он, издалека завидев меня, он прибегал, подбегал, пятачком призывал поиграть с ним. Вот, хотя уже Боря был приличным уже самцом, возрастным, тем не менее, он не брезговал играть с ребенком. Вот, поэтому, естественно, что Бог не заморачивался по поводу отработанной матрицы нашего организма. Ну, все похожи на всех животных, вот, особенно, говорю, на свинью. Вот, но самая была, конечно, задумка поработать с нашим мозгом. Это действительно уникальный орган, который поднимает нас, может поднять нас до уровня Бога, если этим аппаратом пользоваться достойно, как об этом это запланировал Господь Бог. Вот эта концепция зерванизма, а он называется Зервана Коран, еще подводит меня к мысли, неожиданной к мысли, а не намек ли это на Коран часом? Уж больно много совпадений, и в древнеиранском языке слово Коран, а Коран. Вот, а что это может означать? А может означать, что и Зерван является источником Корана. То есть Зерван дал людям и Коран. Вот, и кстати, есть один крайне нелюбимый достоверный хадис пророка Мухаммада, в котором говорится о том, что в конце времен, во времена Киямы, то есть страшного суда, Аллах разгневается на мусульман, которые допускают ширк,
и заберет Коран у них себе на небо. И с тех пор мусульмане останутся без своего священного писания. Как это интересно, правда? Вот очень сильно это подводит к мысли о том, что действительно Коран, а вместе с ним и Аллах, были созданы вот этим могучим существом под названием Зерван или Бог Времени. Или Океан Времени. Бог некорректно говорить. Скорее всего, это именно та субстанция. А мы с вами на предыдущей лекции говорили, что нематериального мира не существует. Есть мир тонкой материи, тонкой энергии, но это все равно материя. Поэтому, потому что в пустоте ничего не существует. Пустота родить ничего не может. Благодарю за внимание. Постскриптум. Дополнение к сказанному. Возвращаясь к теме кодирования всего мироздания, напомню, что в Священном Писании зороастрийцев Авести имеется подробное описание не только океана времени Зервана, но и жизни двух сашиантов-спасителей. Сашиант с древнеиранского переводится «спаситель». Первого судьба очень тяжелая, жестокая. Он был незаконно распнут по навету врагов. Значит, там имеется указание и о волхвах, которые предсказали приход этого мессии, первого сашианта Иисуса Христа. А вот второй сашиант, у него судьба будет счастливая. У него будет долгая жизнь. И люди только в конце его жизни узнают о том, что он и был тем самым подлинным сашиантом спасителем. То есть Бог будет скрывать его до практически самого конца жизни. Не напоминает вам эту историю сокрытого 12-го имама? То есть Бог уже прекрасно понимает, как отпускать ситуацию и раскрывать свое творение раньше времени. А теперь разберемся с другим моментом. В Авесте сказано о том, что день сашианта будет четверг. То есть четверг — это главный день для обновленного зороастризма. То же самое говорится и в Катренах Нострадамуса. О том, говорилось о том, что Гермес или Юпитерианец имеет свой главный сакральный день четверг. То есть цифра 4. Обратите внимание, все религии разобрали дни недели на свои священные дни для ритуала. Для мусульман это пятница, 5 число 5. Для иудеев это суббота, и для христиан это воскресенье. И только четверг остается для зороастрийцев, о чем нам постоянно идут указания из различных источников, из Авесты, из Катренов Нострадамуса и много-много другого. Вот. Ну и просто так, для всякий случай, вам для информации. Я родился 4 июня 1964 года. Четверг. Можете проверить по интернету. То есть у меня в дате рождения присутствуют одни четверки. Я думаю, что это тоже не случайность. Ну, время покажет. Благодарю за внимание. Зерван. В древнеиранской мифологии верховный бог, воплощение времени и судьбы. Зерван мыслился как бесконечное время, существующее изначально. Это абсолют, включающий в себя все, непознаваемый, непонятный до конца никому, первичный, изначальный и вечный. В него входит и наша Вселенная, созданная Ахура Маздой, и бесконечное количество других миров.
мы и сами как частицы Зирвана несем в себе его эманации. Проявление Зирвана в своей истинной ипостаси – это пустота и одновременно абсолютная наполненность и великое ничто. Зирван в нашем мире – это прежде всего время, причем в любой его форме. Это и время замкнутое, или конечное, Зирван Карана, существующее в трех ипостасях – прошлое, настоящее и будущее, и бесконечное, или беспредельное, время, Зирвана Карана, которое дает возможность слиться прошлому, настоящему и будущему в некую четвертую составляющую, выводящую на вечность. Зирвана Карана – безначальная единая пустота, точка сборки, которая объединяет воедино мистерии разных уровней, все пространственно-временные континуумы. Поскольку образ пустоты ассоциируется прежде всего с точкой, наша Вселенная образовалась из точки в результате Большого Взрыва, в Зирвана-маге говорится, что, для того чтобы удержать пустоту в себе, надо научиться сжимать свое сознание в точку. Зирван-зирван созвучен буддийскому понятию нирваны, которое связано с освобождением от желаний, страданий и привязанностей, состоянием покоя, высшей целью, к которой человек должен стремиться. Правда, в отличие от буддистов, считающих, что нирвана достижима при жизни, зороастрийцы более прагматичны. Зирван – более широкое понятие, чем нирвана. Он представляет собой абсолютную полноту бытия и одновременно различные эманации времени. В этом времени мы воплощаемся, и это время является проявлением абсолюта. Зирван – это то, что держит мир, та самая точка сборки, из которой весь мир проявляется. Из мысли зирвана, которая проявляется подобно взрыву, впоследствии рождается целый мир. Наша Вселенная является отражением всего лишь одной из бесконечного множества мыслей, которые зарождаются в мозгу Абсолюта и имеют персонификацию в виде определенных миров. В каждом из этих миров свои законы, своя система пространственно-временных взаимоотношений, следовательно, и определенное проигрывание каких-то действий. Зирвана Карана – это вечное течение времени, у которого нет начала и конца. В нем существуют носители священных принципов, ангелы и божества. Их еще называют азидами. Праздник Зирвана Карана приходится на 21-22 ноября, когда солнце в 30 градусе Скорпиона. Ритуалы праздника – попытка приблизиться к вечности, прикоснуться к ней. Зороастрийцы устраивают маскарад, а в разгар праздника срывают маски. Считается, что и перед лицом вечности также не может быть ничего ложного, наносного, искусственного. Это праздник великой пустоты. Отмечают покупкой зеркал, стараются развесить их в доме как можно больше. Устраивают маскарады, карнавалы. Зажигают четыре огня, число зирвана, прошлое, настоящее, будущее и вечность.